Всем привет! И сегодня мы снимаем распаковку соковыжималки. Мы ее заказали от Xiaomi, от дочерней фирмы. С доставкой по России выбрали, поэтому она пришла к нам очень быстро. Так что сегодня будем тестировать и смотреть, что же пришло тут у нас. Давайте вскрывать. Вот в такой коробке приходит. Доставка в постамат Пятерочки. Значит, смотрите, на английском и на китайском. Такой вот вкладыш. А вот эта инструкция модели. Как пользоваться. Инструкция на английском. Все в картинках. То есть, как мы будем пробовать сегодня. Так, что тут в комплекте? Я так понимаю, это щеточка для чистки. Смотрите, как хорошо упаковано. Давайте вскрывать дальше. Что здесь у нас? А, это, наверное, вжимной колпачок. Короче, будем с вами сейчас смотреть. Я буду вам показывать детальки, что пришли. Вскрываю сама с вами первый раз, поэтому не знаю ни комплектацию, ничего. Какие-то тут детальки. Стаканчики. Один и второй. Разного объема. Вставляется один в другой, то есть удобно хранить. Если что, и туда внутрь все детали необходимо положить. Пластиковый корпус. Давайте с вами вскрывать, смотреть. Так. Да, а это у нас, значит, вот погружная штучка. То есть мы примерно с вами уже так поняли, как это все выглядит. Так, давайте вскрывать дальше. Вот сам корпус. Кнопочки. Логотип бренда, вилка Евро. Взяли там в зеленом корпусе было и в красном, мы взяли в зеленом. Давайте последнее распечатаем, что тут есть. Так, это, я так понимаю, верхняя часть с клапаном. А вот и там у нас запасной клапан был. Пластиковый механизм и внутри пластиковый измельчитель, пластиковый корпус. Так что все это будем смотреть. И смотреть, что же у нас получится. То есть я так понимаю, здесь у нас мы совмещаем. Вот видите, маленькая, большая, большая. Ищем большая, большая, маленькая. То есть у нас получается совмещение вот так вот. Все, мы совместили с вами. Тут у нас половина конструкции уже собрана. Это либо это запасная, наверное, внутренняя колба. И теперь все, я застопорилась, потому что дальше... А, вот. Вот у нас, значит. Вот так вот мы собрали нашу соковыжималку. Здесь, я так понимаю, мы закрепляем стакан. Один стакан у нас под очистки идет. Один под сам сок непосредственно. Не знаю, чего будет больше. Так. Какой стороной закрепляют. Так, ну, наверное, просто ставятся они, я так думаю, просто. Сам корпус на присосках, поэтому очень удобно. Провод небольшой, но вполне его хватит дотянуться до розетки. Чуть больше метра. А это, я так понимаю, запасная колба. Вот мы с вами собрали, в принципе, поэтому можно уже пробовать как бы и делать. Так. Вот, вот наша соковыжималка готова к работе. Значит, стаканчики ставятся так, это для как ручка. Я все думала, для чего такие выемки сделаны. Очень удобно, кстати, это поджмых у нас. Соковыжималку подключили. Наверное, надо попробовать сначала. Нажимаем кнопочку ON. Давайте я разверну немножко к вам, чтобы было видно. Да, вот, наша это работает. Теперь давайте пробовать. Давайте пробовать яблоки, яблоки мытые. Значит, единственный минус, тут видите, какое небольшое отверстие для добавления. Давайте я подвину поближе теперь, чтобы вот так мы это. А с этой стороны у нас будет жмых. Ну что, моя хорошая, давайте пробовать. Кладем яблоко, режем. Дольки должны быть мелкие и помещаться вот сюда проходить. Да-да-да, сейчас толкатель возьму. Будем пропихивать с вами. Так, и поехали. Thank you.
Да, яблоко не очень сочное, но какие есть, так что мы пока вот так вот включим сейчас. То есть включаем, и пусть работает, и мы с вами режем. И режем так, чтобы у нас попадало в серединку. Вот сюда вот у нас все отверстия попадают. Даже не обязательно это. Давайте вот так сделаем, чтобы немножко было видно. Ну что, апельсин сочный. Сделаем сейчас сок с вами яблочно-апельсиновый. Вот так вот они тут пролетают. Если что-то не проходит, есть всегда толкатель. Вот так, все. Ну-ка, давайте. Да, все прошло, ждем теперь. Сейчас попробуем на реверсе. Есть кнопка реверса, да. В принципе, делается сок быстро, моется, говорят, тоже очень легко. Наверное, все. Я думаю, что уже это выключаем. Смотрите, чтобы не капало, есть такой колпачочек. Немножко закрывается и все. Остатки сока не капают. Сейчас нальем в бокал. Яблочно-апельсиновый. С мякотью получился сок. А цвет очень красивый, вот такой вот. И, в общем, одно яблоко и один апельсин. Сока получилось примерно 250 миллилитров. Вот это 400-миллилитровый стаканчик. Даже по 300, около 300 миллилитров сока получается. Вот такое у нас новое приобретение.